Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Всем добрый день. Доброе утро. Я очень интересуюсь политикой. Все-таки я хочу это сделать. Окей, thanks. My name is Mirjana Tomić. I am a former journalist and I live in Vienna. And we organize customized courses for journalist trainings, and I'll talk about it. I'm a CEO of a specific company, Casa Mulberg. If we could do something for young Russian journalists. You know, as I speak English, I don't speak Russian. Yes, we can, and a lot. And why? Нет, я помогала, потому что я считаю, что это важно, и что должны быть люди, которые не только, собственно, делают журналистику, но еще те, кто иногда помогает им с координацией, встретиться, собраться и что-то вместе сделать, это очень важно. Tomorrow, these enemies will be drinking together. They are drinking together now. It is the people who are dying. Всем привет, я Антон Кравцов. Сейчас я работаю на два издания, на Deutsche Welle и на Republic. До этого работал очень много для таких дел. Привет, коллеги, я получил за репортаж о том, как живут люди в психбольнице. Рынок очень сильно перенасыщен информацией, и не хватает не столько информации, сколько ясности, то есть того, что кто-то разобрал бы по полочкам и объяснил. Очень многим журналистам на самом деле не хватает журналистского образования. Не обязательно оно должно быть единственным, да, и первым, но все равно, так или иначе, знания должны быть о профессии в целом. Надо просто думать над тем, что ты, как ты делаешь. Я Марек Příhoda, представляю здесь философский факультет Карлова университета. Я думаю, что конференция очень важна. Я хочу напомнить, что наш академический центр Бориса Немцова, который находится на философском факультете Карлова университета, является партнером этой конференции и принял активное участие в ее организации. То есть за темой конференции следим, конечно, она для важна для Чехии. Меня зовут Ира Ковцова, я корреспондент «Медузы». И в мае получила от коллегию за текст о девушке из зоны Кавказа, которую 4 месяца насиловали, а уголовное дело никто не возбудил. В России довольно трудно писать что-то, когда открыто и свободно. Но что касается информационной журналистики, то, мне кажется, безусловно, очень важно уметь общаться с людьми, уметь проверять информацию и уметь общаться с ними хорошо. Алла Карина, журналист интернет-журнала 7/7 и корреспондент по Архангельской области. Но я думаю, что конкретно в России сейчас наибольшая угроза – это цензура. Иногда человек не готов или не хочет рассказывать какую-то информацию, и, может быть, на каком-то личном контакте можно договориться. А технологии, они всегда доступны, ими только нужно научиться пользоваться. Ирина Тумакова, «Новая газета». Я получала за репортаж о людях, которые борются с заводом презервативов Боголюбова, еще работая на Фонтанке, и за статью про то, как в СИЗО убили предпринимателя Пшеничного. Работая в «Новой газете», я не сталкиваюсь ни с цензурой, ни с угрозами, ни с отсутствием средств. Иван Слободенек, я из Челябинска. Прежде работал в «Коммерсанте», и премию «Коллегия» получил за спецпроект «Наконец-то мертвые заговорили». Это был спецпроект о найденных под подполом одной из камер Верхнеуральской тюрьмы брошюрах троцкистов. Если пишешь про Кавказ, ну, готовься извиняться на камеру. Если пишешь, ну, в общем, про спецслужбы, тоже есть своя какая-то специфика, да, во всем есть особенности. Игорь Пушкарёв, газета-знак.ком, премию «Коллегия» получил за интервью с родственниками погибших бойцов ЧВК в Сирии. Если ты пишешь про религию, ты действительно можешь попасть на как исследование по закону об, значит, оскорблении чувств верующих. Есть индивидуальные проблемы, они касаются твоего технического обеспечения, на каком оборудовании ты работаешь. Для меня важно
понравиться спикеру, да, вот, и как-то наладить с ним какой-то контакт. Вот. Но я говорю, что типа, получается, что с новыми инструментами у меня будет, я так поняла, что они дают новые рычаги давления на человека, с которым я буду выстраивать отношения. И, возможно, он будет охотнее идти со мной в контакт. Вот так. У меня зовут Света Зубова. Я прямую редколлегию получила за декларирование Мишинского в ФСБ. Это было написано для сайта Russian Gate. Его закрыли и заблокировали. Цензура – это проблема, с которой сталкиваются журналисты, то есть их тексты снимают, их издания блокируют, журналистов увольняют, лишают премии и так далее. Проблема, наверное, недостаток знаний, то есть очень многие журналисты не используют весь свой потенциал, не в состоянии раскрывать темы, так как они не знают каких-то элементарных навыков, не обладают навыками, ресурсами, которые можно использовать для того, чтобы раскрывать более полно ту тему, которую они пишут. Очень многие журналисты, в принципе, уходят из традиционных СМИ и становятся блогерами. Это естественный процесс, потому что там нет цензуры, там нет ограничений по рамкам. То есть там тебе никто не диктует то, как ты должен делать. То есть, как бы, если ты хочешь сделать продукт именно такой, то ты его сделаешь и сам опубликуешь. Ну, может быть, тебя, конечно, заблокируют. Я Андрей Заякин, сооснователь сообщества Discernet, редактор дата-отдела «Новой газеты». Все, что находится в отношении персонажа, чуть-чуть пониже рангом, чем министр или депутат Госдумы, не становится предметом внимания прессы. Ну, отчасти мы сами тому виной, потому что мы, можно сказать, создали инфляцию на рынке расследования фальшивой диссертации. Сергей Пархоменко, журналист, координатор премии коллегии, член жюри премии коллегии. Я привыкла работать так, как я привыкла работать. Если твоя работа не может обеспечить какой-то минимум, то ты, естественно, недолго останешься в этой профессии, ты вынужден будешь уйти и что-то делать другое.